Важнее, чем фотографии отличников и активистов под заголовком «Наша гордость». На стене Орловского медицинского колледжа появился портрет бывшего уже студента этого бывшего медучилища. Портрет в мраморе на мемориальной плите, посвященный Денису Мельникову. 27 лет назад он, старший лейтенант специального отряда быстрого реагирования, был тяжело ранен на боевом задании и на следующий день скончался в больнице. Это было задержание особо опасного вооруженного преступника, который ранее убил двух человек и его подельника. Вспомнили Дениса и ту работу собровцев на собрании, посвященном торжественному открытию плиты. Здесь Денис учился после школы и перед службой в армии. Позвали многих друзей колледжа, в том числе маму Дениса, бойцов Росгвардии, представителей ОМВД и ветеранов боевого братства, которые помогли с изготовлением плиты. Была минута молчания и цветы. И напоминание, что сейчас у страны героев много. Вот представляете, сейчас тысячи, десятки тысяч людей сражаются, воинов, за нашу Родину. Чтобы было спокойствие, чтобы сегодня зашли в класс, в аудиторию и спокойно занимались. Но это обеспечивает десятки, сотни тысяч людей. Всегда помните об этом.